Не каждый смог бы жить вместе с известным актером или музыкантом. У людей творческих профессий много работы, съемок, гастролей и, конечно, навязчивых поклонников. Жить под прицелом папарацци – тоже то еще приключение. Однако порой именно союз селебрити с обычными людьми оказывается самым прочным и счастливым. Бритни Спирс. По информации от инсайдеров, у Бритни Спирс появился новый бойфренд. Это не танцор, не модель, а обычный помощник по хозяйству по имени Пол Солис. Близких певицы этот факт скорее пугает, чем радует, ведь мужчина был трижды судим. Бритни верит в искренность Пола и даже познакомилась с его детьми от прошлых браков. Иван Стебунов. Иван Стебунов был женат на актрисе Марине Александровой, но брак просуществовал всего 2 года. Спустя несколько лет после тяжелого развода Иван сошелся с новой возлюбленной, Еленой Власовой. Она не имеет отношения к шоу-бизнесу, а работает в банке в качестве экономиста. Именно с ней актер обрел истинное семейное счастье. Тейлор Латнер. Звезда фильма «Сумерки» женился в 2022 году. Его избранницей стала медсестра Тейлор Доум. С женой актера свела его сестра, она позвонила и прямо попросила его познакомиться с одной хорошей девушкой. И оказалась совершенно права. После свадьбы Тейлор и Тейлор стали полными тесками, как девушка взяла фамилию мужа. Денис Клявер. Первые две жены Дениса Клявера были танцовщицами. Интрига с Евой Польной ни к чему серьезному не привела. Юрист Ирина Федотова стала третьей и последней на сегодняшний момент женой музыканта. Они поженились еще в 2010 году. У супругов родился сын Даниэль, также с отцом и мачехой вырос старший сын певца Тимофей. Мэтт Дэймон. Жена голливудского актера Лусиана Бароза вполне могла бы быть аргентинской моделью. Однако на момент встречи с Мэттом она работала обычной официанткой. Дэймон приметил ее на одном из мероприятий и влюбился. Пара воспитывает 4 дочерей. Секрет их крепких отношений – привычки не расставаться на долгое время. Семья рядом с актером даже на съемках за границей. Александр Малинин. У Александра Малинина за плечами было 2 брака, у его жены Эммы – 1. Они встретились в 1990 году. Несмотря на прошлые неудачи в отношениях, певец и врач-гинеколог все-таки сошлись и счастливы по сей день. Они воспитали 3 детей – Антона, сына Эммы от первого брака и совместных двойняшек Фрола и Устинью. Наталья Антонова. Звезда российских сериалов много лет назад была замужем за коллегой-актером, но брак не сложился. Спустя много лет Наталья Антонова познакомилась с гинекологом Николаем Семеновым. Встречу с будущим мужем актрисе предсказала гадалка. Имя нового избранника должно было начинаться на «Н». А сам Николай за пару лет до встречи с избранницей увидел ее на экране и подумал, что такая женщина обязательно станет его женой. Джефф Бриджес. В далеком 1977 голливудский актер Джефф Бриджес женился на Сьюзан Гистон, обычной официантке. Она подрабатывала на съемочной площадке и сразу привлекла внимание звезды. С тех пор пара практически неразлучна, супруги воспитали 3 детей и стали примером для остальных.